Не, я говорю, это... Я понимаю, что с твоей стороны это хорошо, вот, ну, с моей стороны это вообще не очень. То есть ты 5 дней в неделю будешь, или 6 дней в неделю будешь просто заставлять меня молчать, сидеть. То есть я ни с кем не поговорить не смогу, пока поиграю. Я вообще ничего не смогу делать, и при этом мне придется ложиться поздно. Поэтому тут такое, как бы... Сложно. Что, не Да. проходить тогда собеседование, сразу хочешь сказать? Ну, Ну, не звонить. знаю, ну тут надо просто подумать хорошо. Я тебе говорю, вот это... Ну, в одной комнате это нереально. Это, Я не поняла. знаю, либо на кухню вот как-то перебазироваться, то весьма сложно. А попробовать стоит интереса ради. Я имею в виду просто собеседование пойти. Ну, тут, не знаю, для себя можно так чисто опыт поиметь. Ну, да, есть вероятность, что на собеседовании тебя поимеют, это тоже вполне себе. Так что это... Мавлят-то с Ксюшей хорошо, что они там в разные комнаты разошлись, сидят спокойно. Один в одной работает, другая в другой. Изи. Пизи. Ну, я поняла, значит, Анатолий встречаешь. Перевожусь на зеленый. Ну да, ну ты там еще же завтра там. Че еще завтра? М? Че еще завтра? Ну там аквапарк, все дела. Ну, я же всем сказала, просто сходи поздороваться. Ну да. Смотри, точно тебе говорю. Короче, поставил не 60, а 75. Так. И еще лучше стал. Не верю. Я же еще махинацию хотел совершить. Уже, наверное, месяц прошел, скоро объявление слетит на Авито. Я хотел продать, короче, видюху и купить 580-ю, потому что они по цене примерно одинаково. За сколько сейчас продают 1060, Ага. за столько же продают 580-ю. Там на 4, на 8. Ну, принципиально. Ага. Чтобы пощупать фрисинг. А чё, у тебя есть монитор с фрисингом? Да. А чё у тебя за монитор-то? Ну, LG какой-то. На 75 Гц, который, да? IPS. Да. Я чё-то, мне кажется, знаю, у кого такой стоит еще монитор. Да, он это, на работе тут у меня чувак один купил. Тоже Я недавно когда брал? монитор Не LG, а? совсем недавно брал. И он тоже 75 Гц. И тоже, о, IPS, наверное, да? Естественно. Вот, IPS 75 Гц, да, фрисинк у него там, все. Вот там не пробовал матрицу разгонять, чтобы было больше 75. Пробовал. И чё как? Сильно много не гонится. Ну, там 90 есть? Слушай, я не помню. Что-то я Угроз такой. катал. Не, что-то такое я делал, по-любому, но... Оно, короче, обратно откатывал, потому что иногда были просадки ниже 90, поэтому я не видел в этом смысла. Ну, видишь, фрисинг на 90 это все равно не будет работать. Уже учится на 75. Программная херня. Думаешь? Да, вроде да. Ну, видишь, я без карточки не могу проверить. Ну Я да. тебе сказал, что вот он просит. Да. Гонишь ее на 90-100 и погнали. Я тут это на Авито объявление видел, интересно. RX 480 за 6000. Слушай, ну это совсем дешево. Ну, это то же самое, что 580. Разница Ну, в 50 580. МГц. Она же все равно чуть быстрее. Ну, ты не понял, там одинаковые чипы.
Нет, там все что чипы одинаковые, я знаю, что это линейка R9 с 200-й серии она идет. Не-не-не-не, не путай, не R9, RX. Ну, нет, я понял, она же, ну как, ну начиналось все с R9, она же все одинаковая. Ну нет, ну если между R9 280X и между RX, ну и RX 480, есть архитектурные, ну, улучшения, там разная версия GCN ядра. Mm-hmm. А тут одно и то же, понимаешь, это вообще, это одинаковый видео, полностью одинаковый. На сколько гигов? На 4, по-моему. На 4 тоже неплохо. 6 тысяч рублей. 6 тысяч! Чё ж с ней делали, что её так она после продали? Майнинга. А-а-а. 580-й после майнинга по 11 продают её. 8-гиговую причём. А-а-а. Ну вот, а тут 4-гиговая за 6 тысяч, прям вообще. Я б, наверное, взял, но мне некуда такое. Хотя же 970-я, она же нормальная. Ну да. Она же примерно одинаковая. Да и мощей. Это что-то. Не, ну, 580-я получше, наверное, будет, но... 580-я получше будет. Ну и 480-я тоже получше. Я тебе говорю, там просто через программу или... Короче, знаешь, как люди делают? Они берут BIOS 580 и шьют 480 и получают то же самое. По FPS-ам, по пугаем, все одно и то же вообще. Один в один. Цифра в цифру. Ну и естественно, у тебя 480-я везде начинает определяться как 580-я. Вот, ну и как бы, только ты будешь знать о том, что это у тебя ошибка, а? Привет с Алиэкспресса. Угу. Да, кстати, это весьма такой... Просто как они? Наджипать. Шьют. Какой там чип? Шьют. 460-й видюхи. Аж до 900, до 970-й. Ой, кстати, или не помню. Или даже 1050 они говорят, что... Ну, что-то такое. Да-да-да. Прям вообще страшное какое-то. Да, хотел... Страшное. А, это как хотел купить 960-ю, да? GTX купил 750-ю. Да-да-да. Это вообще фиаско. Не, ну, Коля так играет в Apex. Я не знаю, что с ним, что ли, поиграть. Да нет, нельзя, но время уже 0.15. Хватит, поиграть хочется. Тебе говорю, лучше не надо. Не надо думать, я подгорю нахер вообще, да? Я не подгорел, я просто молчу болеть. Потому что, ну, блядь, я хуй знает. Я просто хуй знает. У меня даже слов нет. Ну, не знаю. Что-то с этой игрой не так. Это я точно знаю. Там еще, знаешь, как бы вот если мы в рояле, ну, тут упор на способности же тоже есть. Ага. Но тут... Особенно если классовые способности, например, там. Ну, сейчас видишь, ввели систему талантов. То есть там у тебя легендарная, нелегендарная, там стало все сложно, слишком ничего. Раньше было проще, но раньше нельзя было ничего менять. В общем, если ты особенно какую-нибудь классовую способность берешь, то ты как бы ну, чувствуешь ощутимый прирост. В силе или ну, в чем-нибудь еще там. В лечении, например. А там вот эти вот персонажи, у которых есть способности, они там как будто просто для галочки. Потому что, ну, вообще, толковых очень мало. То есть можно взять лечение, дым, ну и бомбардировку. Бомбардировка это ульта. А потом вот эти веревки, крюки, ну это, знаешь, такая хуйня, что не факт, что тебе поможет. Будешь так вот убегать на этой веревке команду, тебе еще пизды дадут, пока ты будешь там катиться. Оу, е. Че там еще? Ну, следопыт. Ну, инвиз. Ну, это все такое... Не, ну инвиз мощная штука. Ну, все такое. Какое-то, знаешь, я... Ну, я вижу, я просто сравниваю с роялем, ну, с релом. Тут все четко. Особенно в последнее время мне нравится за убийцу. Берешь легу на инвиз. Берешь инвиз, и ты вот реально, блядь, в инвизе ходишь и пизды всех даешь. А там. А-а-а.
Там как-то... Не знаю. Ну, опять же, все завязано на шмоте. Там, причем настолько сильно, что пиздец. Тут шмот на максимум сыграет в уйте, например, в зависимости от позиции будет. Например, противник ХГ, и он со снайперкой. А зона потом еще сыграла так, что ты к нему не заберешься. Вот это да, вот это как бы печаль. Была бы у тебя снайперка, ну бы, может быть, еще что-нибудь сделать. У тебя настройки максимальные, средние, низкие? Ну тут видишь, в игре они особо нету. Сейчас вообще охуенно, я готов даже битрейт еще поднять. Я выставил ограничение кадров на 75. Прям вообще лагов нету. Я вот не чувствую. Прям говорю, охуенно. Да у тебя и FPS сейчас соточка и не просаживается. Да, и не просаживается. Все, за мной выехали. Она мне пипец как Вовку напоминает. Особенно когда ты вот на этом грифончике своем катаешься. У меня просто похожий маунт был когда-то. Очень давно. И он даже прыгал так же. И бегал он так же. Блин, прикольно. Ох, так, ладно, чё, пойду спать. Блин, со своим вот гамдиасом чё-то. Сейчас перед сном посмотрю про него. Обзорчики там. Чё там про него пишут, говорят. Не, гамдиас мне понравился. Единственное, то, что знаешь, что может раздражать, это подсветка. Она там типа 7 цветов, но их на самом деле 6. Не знаю, почему. Пишут 7. Все в обзорах говорят, что где 7-й, кто его забрал. Ну, мне вообще насрать на цвета, я главное. Вот, там же получается каждая строчка своим цветом горит. А, и, да? И я так понимаю, что если ее полностью отключить, то ты не увидишь, ну, то есть вот я сейчас на белую смотрю, там черным по белому написано, то есть, ну, удобно печатать. Там, скорее всего, будет что-нибудь типа... В общем, плохо будет видно по-любому. Что-то типа будет то есть... такое серое, ну то есть этот пластик, ну, который просвечивает на черном фоне. А то есть это, подожди, то есть там нельзя просто взять одноцветную и включить, что ли? Нет. А, то есть ЛГБТ поп, вот оно как по константной. Не могу. Блин. Латентная ЛГБТшная какая-то. Единственное, только вот это поменять. Все остальное, как бы. Да, блин, на самом деле, знаешь, за ее цену это можно и простить, как бы. Да, вот. Можно, но найди еще, когда ты будешь пользоваться, и что ты скажешь. Так вот, видел такие клавиатуры? Кастом. Короче, берешь просто кейкапы, если тебя так очень сильно это заебало, покупаешь кейкапы другие, просто вставляешь туда и все. Я вообще вон со своего дезадра. Я с дезадра своего сниму. Ну ты ладно, снимешь. Сколько стоит кейкап? Не знаю. Я тебе скажу. Ну дорого. Там кейкап больше 2000, наверное, обойдется. 64 штучки. Ну то есть это на 60% на голову. 1600. Фига себе. Такое откуда стоит 2700. Ну короче, ладно, я тебя понял, делаешь проще. Покупаешь наклейки для клавиатуры. А, ну это да. Выключаешь подсветку и клеишь. Такой
Бюджет бюджетный. О, мне тут Игорь написал. Здорово, говорит. Ты уже оценил орех? Орех. Да. Орех Legend. Здорово. Еще нет. Так вот, кастомные клавиатуры на Алиэкспрессе я их видел. Не только на Алиэкспрессе. Какой именно Игорь? Пеньков. Пеньков? Если вобьешь в Алиэкспрессе ГК, ну, GK64, GK64? РГБ? Нет, нужно. Ну да, там РГБ. Нет, не кейкап, а именно вот клавиатура. Она стоит в районе десятки. Так. Но она... Десятка? Да. Но она просто настолько восхитительна. Просто такая бомба. Я смотрю, Пенькову-то понравилось. Да? Ну, он это такой тип. Ну, я просто ему говорю про орех, говорю, что это. Ну, я вот просто сколько стримов не посмотрел. Просто везде такое ощущение сложилось, что вот орех — это игра про лут. И такое ощущение, что весь смысл в этой игре — это лутация. Как бы грустно мне стало. Сколько времени я не тратил на это. Лутаются и лутаются. Только и делают, что лутаются. Вот, но это... И вот Игорь пишет, типа, все Battle Royale такие. Я хотел... Я... Написать ему, что ли, про Realm Royale? Не, ну тут, видишь, тут тоже, в принципе, лутаешься. Ну, можно не лутаться. Можно идти и башить. Не, ну... И у пацана забирать, ну... все. Да, ну не так. Да, согласен. А тут там, просто... Там просто ты подошел, вот ты подошел, открыл, тебе там попадал, ты подобрал спокойно, дальше пошел. У тебя нет вот этой ряби, а тут, блин, ты подошел, открыл, у тебя там 50 каких-то позиций, какие-то патроны, да, такие. Такой, и такой, блядь, нахуя это все мне нужно вообще? Зачем? Да, дайте мне пушку, я пойду стрелять, и все. Да, да, да. Я хочу получать удовольствие от игры, а не ходить и подбирать там, какие мне патроны нужны, а какие не нужны. С патронами у меня там все время напряг был. Просто такой напряг, что когда начинается бой, они у меня кончаются. Почти сразу. Вот, кстати, я тоже давно не играл. После рояля, когда заходишь там. В PUBG я не осмелился зайти, потому что. Нет. А в этот, например. Ring of Elysium, во, это который Виталя стримит. Посмотрел несколько его стримов. Ну что-то такая скучная игра, капец. Так может, там Виталий просто скучно играет. Ну, они же аккуратно играют. С зайцем вроде не играют. Да, да, да. Ну, не нравятся мне уже такие игры. Ты, ну, я вот как посмотрел, 40 минут бегать пытаться, чтобы что? Чтобы потом, в середине получить пизды. И все. То ли дело Лига Легенд. Все время получать пизды. А жопа-то как горит? Не, это вообще капец как горит. Вот, кстати, насчет таких игр, как Elysium или там PUBG. Этого надо играть, знаешь, как это, он как Шрауд. Прыгнул в толпу. И там уже убил, не убил. Выжил, не выжил. Там хоть это... Какой-то накал страстей есть. Вот, вот прыгнул в какой-нибудь одинокий домик в лесу и сидишь там 30 минут, пережидаешь, пока зона придет. Это, конечно, что-то такое. Я помню, как мы дали играть, поиграть в Отравили в куб. Он просто сел и 10 минут, наверное, 15 минут сидел в туалете.
Я ему кричал и говорил, ты давай там это... Шевелись. Сделай что-нибудь, он говорит, я боюсь. Тут говорит, кто-то ходит. Слушай, это так напоминает его реальную жизнь. Вот, и короче, вот так вот отмацавшись, что там кто-то ходит, и его сейчас убьют. Типа, Равиль, найди девушку, он такой, я боюсь. Да. Какой-то ас. More DPS today. Ну, что такое? Это что? А, это какая-то бабища играет в Overwatch. Ой, что это за шовинизм? Так. Тут еще и мастер лиги, вообще красота. Кто у меня там? Подожди, я даже типа отрезал ее, что ли? А, нет, правильно. Подписывается на баб всяких, а потом ну... и не помню. Да нет, нет, у меня нет. Опасно. Опасно. Так, ну чё, придётся... Ну-ка, давай посмотрим. Технопоинт. Ты спать собираешься, нет? Да и собираюсь, собираюсь. Сейчас, технопоинт. Ты мне завтра вечером нужен. Зачем? А то у тебя... Зачем? Зачем ты мне нужен живым? Ну, в принципе... А, я буду живым. Хочешь с тобой пообщаться? Я просто это... Ага, перед сном скажу, я хочу спать. И как обычно. Блин, классно было. Так, подожди-ка, Гамдес. Гермес едва. В магазине завтра. Короче, кто успел, тот ел. Я завтра иду покупать. Да, самое интересное, что на официальном сайте она стоит 3 рубаса. 3 рубаса? Почему на технопоинте меньше? Они, наверное, по старой цене купили. Может быть. А сейчас, наверное, ДНДС 20%. Ну, чё там? Там нет кнопки. Это ж так хорошо. Какой кнопки? Пуск. Это хорошо, что нет? Ну. Это значит, так, можно взять, играть Guitar Hero? Да. Не, кстати, я смотрю, если она там вот так же вот светится, как я смотрю на этом. На коробке там на лицо. Чё? Короче, Саша, она по подсветке очень похожа на твою клавиатуру. Да? Только у тебя клавиатура еще и подложку подсвечивает, а тут чисто только кнопка. Нет. Не знаю, как это может разрешать. Ну, да, разноцветная, но вроде нормально. А вот это разрешает? Да. Ты, блин. Пришла пачка. Сейчас берет все мое. Fire,
Чё, борода? Да команда у меня пиздец, блядь. Мы как прилетели в одну локацию, а они так... Мы это... Называем их пылесосы. Которые, блядь, пока каждый сундук не вскроет. Просто пылесосы. Бегают вокруг кузни, блядь. Каждый домик забегают, все ломают. И возвращаются обратно на кузню, чтобы все прям скрафтить. Все можно прям скрафтить, чтобы можно было смело на следующую идти. Вообще, пылесосы. Кого-то напоминаешь? Кого? А? Кого? Да знаю я некоторых людей, которые в папках. Пылесосы. Как вспомни, как мы в папку играли. Бля, бегаешь. 40 минут. И то не факт, что заутался до конца. Пришел, ты с ним получил. Все сначала. Ну, видишь, в Apex такого нету. Там можно бегать очень долго, можно и поместиться. Все равно, блин. Не знаю, блин, не знаю. Сука, прям ну давай завтра просто мы соберемся, короче. Поиграем. Читать. Короче, запустим стримы, там ты и я, короче, будем смотреть, у кого FPS. Ага, завтра. Не видишь. Я же уезжаю. Ты? Командировку. Какую? Зачем? Да. Сказали, надо. Блин, дерьмо. Там на сутки. На сутки? Да ёпт. В Москву. В Москву на сутки? В Москву. Там есть чем. А? Да. Блин, ну красавчик, что в Москву на сутки. Mm-hmm. То есть ты, короче, там это... Через Челябинск. Самолетом уже? До Челябинска надо сначала на автобусе доехать. А потом на самолете раз и все. Угу. А потом ну... оттуда раз и все, и опять на автобусе. А, до Челябинска обратно так же, да? 5 часов. На автобусе минимум ехать. А чё, а это бла-бла-кар какой-нибудь там раз, то 3 часа и... Бюджет. Это ж контора, контора же платит всё. Щука. Да, тут ничего не сделаешь. А, мне вот что очень понравилось в этом, в Орехе. Как там реализовано воскрешение. Вот оно прям вот классно там сделано. Вот во все бы рояли так сделали. То есть, ну, похоже на Realm Royale, то что там только в определенных местах можно резать. То есть там прям маяки возрождения. И вот, например, своего убивают, там же сундуки падают. Вот, ты подходишь к сундуку, берешь метку своего другана, идешь на маяк воскрешения, и он сразу прилетает. То есть, ну как здесь? Здесь даже еще ждать надо. Вот. Но, он прилетает голый. Терминатор. Так, слушай, починился ОБС, причем даже...